Лето в самом разгаре. Самое время отправляться на море. Тем более, что в эти выходные в поселке Ачуево на пляже «Оазис» состоится открытие курортного сезона. Ласковое Азовское море, его небольшие глубины, побережья, ракушечные пляжи. Каждое лето сюда приезжают тысячи отдыхающих. В этом году официальный старт курортному сезону на пляже-автокемпинге «Оазис» в поселке Ачуево будет дан 17 июня. Для комфортного и полноценного отдыха на территории пляжа созданы все условия. Установлены столы, лавочки, зонтики, оборудованы питьевые фонтаны, душ. Работает прокат квадроциклов, катамаранов, батутов. На ночь можно снять комфортный домик или устроиться в палатке. В день открытия пляжного сезона в «Оазисе» состоится праздничная развлекательная программа, в рамках которой пройдут спортивные мероприятия. Для детей будут работать игровые станции. Приглашаем всех славянцев провести эти выходные на море. Начало торжественного открытия летнего курортного сезона в 9 часов утра.